Уважаемый Александр Викторович, бесконечно рада, вот искренне говорю, встретиться с вами. Спасибо за возможность оказанную честь. Я хочу воспользоваться случаем вашего визита и заслуженную награду вручить спасибо, вам. Мы Александр хотели, чтобы это было, насколько это возможно, торжественно и по-родному. Спасибо вам огромное. Так. Белорусские цветы, Валентина. Спасибо. Икона вашего имени. Это я знаю ваше пристрастие к приготовлению пищи и думаю, вкус белорусской кухни. Замечательно. Спасибо, Александр Ильич. Валентина Ивановна, я очень рад, что вы приехали. Я думаю, Наталья Ивановна вам уже рассказала. Мы давно с ней ждали вас здесь. Готовились специально, как вас тут лучше по-домашнему встретить. Спасибо огромное и спасибо за приглашение, правда. Давно не была, уже скучала. И Наталья Ивановна подготовила такую замечательную программу. Мы сегодня посетили храм-памятник во имя всех святых. И я привезла капсулу с ржевской землей. Вы знаете, что под Ржевом были самая кровопролитная битва, самая протяженная. И такая трогательная была церемония. Я рада, что вот часть этой земли, политой кровью и русских, и белорусов, и других народов будет храниться в вашем храме, особенно это знаменательно в год 75-летия Победы.